Всем привет, я Инга, рада, что лянул на мой канал. И сегодня мы будем кушать маленькую покупную шаурму из магазина. Я, возможно, пробовала лет 7 назад, но не помню, что на вкус. И, возможно, даже не такая была фирма. Также я думала, одной шаурмы мало, поэтому взяла, у меня оставались два рыбных треугольничка. Помидор, огурец. Сразу добавлю барбекюшный соус. И давайте, пожалуй, с нее и начнем. Так, если кто-то будет спрашивать про руки, а я думаю, будет спрашивать. У меня просто болят руки, я их намазала йодом. Все, ничего такого. Сравнивать с шаурмой, которую делают шаурмичных, или как-то так. Ну, короче, вы поняли? Я думаю, нет смысла. Очень много капусты. Какой-то соус. Блин, горячая. Соус капает. Но она такая не сухая. Кетчуп там. Хоть зеленуха. Непонятно. Ну вот, начинка вся понамешанная. Непонятно. Ну там курица. Конечно, выглядит она тоже, знаете, не очень. Да и сравнить не могу ни с какой такой покупной. Она курица попёрла. Я не знаю, уже сколько, пару-тройку дней, даже, возможно, больше, я не могу нарисовать маленькие стрелки. Просто огромные, гигантские. Вроде подводка новая, то есть ее легче рисовать, видите, могу легко рисовать в уголках глаз. А то она когда уже такая бывалая, забивается, и то есть такие штуки ты не нарисуешь. Ну вот стрелки огонь вообще, огромные. Забыла огурчик. Вкусно. Кстати, забрали анализы, которые я недавно сдавала. Особо я не шарю у них, тем более сейчас там раньше было хотя бы написано, что это. А сейчас, ну, какие-то буквы английские, типа, мне пришлось в интернете смотреть, где там что. Потому что я всегда смотрю гемоглобин и соя. Единственное, что я понимаю. То есть гемоглобин у меня 72, у меня анемия. То есть это мало. Норма больше сотки, 100 с чем-то, 115, ну, вот так вот примерно.
Типа дефицит железа у меня. А соя у меня 40. Типа это много. Норма где-то... Раньше был от 0 или от 4. Короче, до 15, 10, 15, ну, 10, 15, не помню. У меня 40. Хотя были моменты, когда у меня было 50-60. Ну, это, во-первых, знаешь, воспаление внутри меня. Или что-то еще плюсом. Кошка сухая, пипец. Осталось. Так, теперь будем рыбные штучки, треугольнички кушать. И также 9-го пойду в больницу. Я опять забыла, кому. Ревматологу. Ну, теперь ты будешь трястись, да? Так. Обожаю. Надеюсь, меня не будут ругать. Что я там кое-что не пью, кое-что не галю. Инесса Дарк. Привет. Меня, кстати, постоянно называют Инессой. Я не Инесса. Я Инга, это... Инесса, это Инна. Это разные имена вообще. Где бы ты хотела жить? В частном, но уютном доме со всеми условиями или в квартире? Но знаете, я вот человек, который не может крутить даже лампочку. Ну да, это так. То есть, я бы хотела жить в доме. Но одна я бы не хотела. То есть, я не справлюсь. В него надо вкладывать силы, деньги. Поэтому даже силы, то есть одно, чтобы жить в доме, не смогла бы. Но я бы хотела. То есть если бы жить там с родственниками или с парнем, мужем, ну типа, ну можно. Можно музон слушать. Выйти на улицу в любое время, подышать свежим воздухом около своего домика прекрасного. Не шашлыки, не ем шашлыки, не люблю их. Можно овощи на гриле, да, поделать, еще что-то, ну, короче, кайф. Ну, то есть, что-то надо делать. Что-то делать. Что не сломалось, там не сломалось. Тут это все сложно. В квартире с этим проще. То есть тоже можешь что-то сломаться, но тут, то есть, ну, легко все. Что ремонт сделал и пошел. Нанял кого-то. Поэтому одна я бы жила в квартире. Ну, тоже прикольно. То узнать тут тоже сложно. Обожаю их.
Надеюсь, вы кушаете вместе со мной. Спасибо вам большое за просмотр, за внимание. Всем счастливо и пока.